Прическу, которую я хочу показать сейчас, работа из коллекции Голливуд. Техника очень интересная. Я хочу рассказать об этой технике, которую вы можете использовать и в салонной работе непосредственно за креслом, и если вы работаете на шоу-показах, на дефиле и на мастер-классах. Тема этой прически навеяна актрисами 20-х и 30-х годов, актрисами немого кино. Тот стиль девушек-подростков, такой немножко